Ну, вот и все, в принципе. Вчера приходил независимый эксперт, который посмотрел машину, отфоткал, сделал свой акт, вот, заключение выписал. И сказал, что через, вернее, в течение 20 суток со мной свяжется компания страховая, ну и предложит мне либо же ремонт, либо же деньги. Скорее всего, это будут деньги, потому что у компании Альфа, как он сказал, нет договоров вроде бы как с СТО по поводу ремонта. Ну, насколько он знает. Вот. Также посоветовал сделать независимую экспертизу повторную на скрытые дефекты после того, как машина будет отогнана на СТО, пригласить туда эксперта страховой компании, чтобы он сделал дополнительное заключение. Вот, в принципе, и все. Ну, в принципе, потом он уехал, а мне осталось лишь подождать 20 дней, чтобы узнать результат. Даже не хочется делать никаких ставок, потому что предварительно насчитали в районе 60-70 тысяч. Это без запчастей, только кузовных работ. Ну, следовательно, там еще балка потянется, развал схождения и ABS. Но в любом случае делать нужно и будем делать. Вопрос только в том, какая будет сумма. Скорее всего, навряд ли будут ремонтировать за счет страховой компании. Так что вот так вот с ОСАГО и старыми машинами поступают. Ну, в общем, дальше будем посмотреть.